Сегодняшняя тема. Александр Григорьевич, можно ли объективно оценить общий иммунный статус россиян, здоровее мы стали или слабее? Какие изменения наблюдаются в общей структуре заболеваний? Однозначную оценку иммунитета в масштабах всей страны дать нельзя. Можно говорить лишь об отдельных территориях и отдельных видах заболеваний. У нас нет такого массива данных, чтобы поставить диагноз иммунного статуса всем россиянам. Из сезонных инфекционных заболеваний традиционно выделяем грипп, пневмонию и некоторые другие. На первое место в зимнем сезоне 2012-2013 годов выходит пневмония. Но в этом нет ничего сверхординарного, это одно из самых распространенных заболеваний в мире. В США пневмонию ежегодно переносят 4,5 миллиона человек. Сопоставив данные по количеству населения, в России надо было бы ожидать около 1,5-2 миллионов случаев заболеваний в год. Однако мы учитываем только 300-400 тысяч человек, то есть примерно 1 миллиону заболевших диагноз не ставится. Налицо гиподиагностика, что является существенной проблемой современной медицины. Что касается ежегодных вспышек пневмонии, то они не повторяются. В 2010 году был зарегистрирован всплеск заболеваемости, но это было ожидаемо после пожаров, жаркого, засушливого лета. Мы предупреждали о необходимости повсеместной профилактики и вакцинации против возбудителей. В тех регионах, где к нам прислушались, ситуация осталась спокойной. А вот в сибирских регионах Новосибирск, Томск, Иркутск, Хабаровск, где добавились еще и экологические проблемы в виде затяжных таежных пожаров, ситуация с легочными заболеваниями стала критической, что не могло не отразиться на иммунном статусе человека, который имеет прямую зависимость от состояния окружающей среды. Что такое «болезнь легионеров», узнайте здесь. Пневмония в этом году протекает стандартно, с обострением в осенне-зимний период, проявляется по-разному в разных коллективах. Естественно, что вероятность заболеть в солдатских и других организованных коллективах выше, и, конечно, в детских учреждениях тоже. Мы проводили исследование, которое показало, что, когда люди собираются в коллективы, резко повышается процент носителей пневмококкового возбудителя инфекции. Это исследование мы провели вместе с пульмонологами российской армии по выявлению заболеваемости среди солдат, проходивших службу в Чечне. Так вот, лидирующая роль принадлежала именно пневмококку. Такие примеры были и в период других войн, в годы Первой мировой, Великой Отечественной, то есть солдатские коллективы являются индикаторами тех инфекций, которые в ближайшее время будут развиваться в обществе. А чем была вызвана вспышка пневмонии, которая затронула центральные области России и даже привела к смертельным исходам? Конец 2012 года действительно охарактеризовался повышением заболеваемости пневмонией. Главный санитарный врач Григорий Онищенко провел специальное совещание в конце года о заболеваемости гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями, на котором отметил, что превышение порогов, в основном, связано с заболеваемостью детей, обусловленной циркуляцией вирусов парагриппа, РС-вирусов и аденовирусов. По частоте смертельных исходов среди инфекционных заболеваний пневмония стоит на первом месте. Снизить уровень заболеваемости не получается уже на протяжении многих лет. Меня, как директора НИИ пульмонологии, не может не беспокоить невнимательное отношение российского здравоохранения к проблеме иммунитета и инфекционных заболеваний. Не каких-то особо опасных, а, можно сказать, рядовых, к которым относятся и пневмония, и грипп. Думаю, это и есть одно из слабых мест нашей медицины. Я очень хотел бы изменить отношение Минздрава к проблеме, связанной с легочным здоровьем населения. Сегодня имеются все предпосылки для кардинального изменения ситуации, так как мы располагаем хорошей базой первичной профилактики, антигриппозной, антипневмококковой вакцинами, и новым, только что созданным препаратом против синегнойной палочки. Любая эпидемия является стимулом для ученых к созданию мощных вакцин нового поколения. Американские ученые активно применяют вакцины, которые они готовили для лечения онкологических заболеваний. В России также ведутся исследовательские работы по созданию универсальной антивирусной вакцины. Проблему я вижу в том, что вакцинация в нашей стране не является обязательной, поэтому люди пренебрегают профилактикой, да еще и занимаются самолечением. В чем опасность такого поведения? И как можно изменить эту ситуацию? Я абсолютно убежден, фобия перед вакцинами отбрасывает общество далеко назад. У нас есть интересное исследование, проведенное в Челябинске профессором Галиной Львовной Игнатьевой на тракторном заводе, работники которого в силу специфики профессии относятся к группе риска. Она разделила работающих на две части, одна группа получила вакцину, вторая – нет. и уровень инфекционных заболеваний дыхательных путей в первой группе снизился в 5 раз. Аналогичный эксперимент провели шведские ученые в Стокгольме. Они разделили город на 2 части, применили антипневмококковую вакцину и наблюдали, как картина драматически менялась от благополучной в северной части города, население которой вакцинировали, к южной, в которой не проводились эти мероприятия. Вакцины различаются по назначению. Есть вакцины, целью которых является предупреждение гриппа или пневмонии. А есть вакцины, которые являются своего рода иммуномодуляторами, помогающими человеку легче справляться с болезнью, предупреждать ее возможный затяжной характер. Такими свойствами обладает именно антипневмококковая вакцина. Ее применяют 1 раз в 5 лет. Для чего нужна вакцина от пневмококковой инфекции и когда она появится в российском национальном календаре, читайте здесь. Иммунитет совершенствует, закаляет факторы, которые человек приобретает в контакте с водой, воздухом, пищей, в результате эмоциональных стрессов. Поэтому у людей, живущих в городах, особенно в крупных мегаполисах, иммунитет гораздо ниже, чем у тех, кто живет ближе к природе, в деревнях. Другая проблема, которой мы активно сейчас занимаемся, так называемая микробиота, микроорганизмы, населяющие желудочно-кишечный тракт, кожные покровы, дыхательные пути. Общий вес микробов, живущих в организме человека, достигает 5-6 килограммов. Представьте, какой вес микроживности каждому из нас приходится носить. Однако любое вмешательство приводит к тому, что болезнетворные микробы начинают с огромной скоростью размножаться. Приведу пример. В области глотки в одной капле слизи находится около 100 тысяч микроорганизмов. Если, к примеру, заболят десны, то количество увеличится в 100 тысяч раз. Если одна капелька попадет в легкие, она и станет причиной стремительного роста бактерий, что и приведет к пневмонии. Каковы основные принципы иммуномодулирующей терапии и в чем опасность самолечения? Существует группа препаратов, оказывающих стимулирующие воздействие на иммунную систему, которые широко используются в народной медицине, фитотерапии и гомеопатии. На аптечных прилавках представлен широкий выбор всевозможных иммуностимулирующих препаратов. Однако применение иммуностимуляторов должно проводиться с большой осторожностью. С точки зрения доказательной медицины, по-настоящему действенных препаратов на рынке не так много, больше необоснованно разрекламированных. Почему нельзя заниматься самолечением и бесконтрольно принимать иммуномодуляторы? Если в анамнезе у человека есть аллергические заболевания, нарушение в работе нейроэндокринной системы, это может привести к негативным последствиям. Задать вопрос иммунологу можно здесь. Все препараты, влияющие на иммунитет, должны быть назначены иммунологами с учетом особенностей течения тех или иных заболеваний, на основе лабораторных данных. При этом важно не только провести необходимые исследования, но и правильно интерпретировать иммунограмму. Это работа в индивидуальном порядке, ею должен заниматься специалист. У нас в стране, увы, дефицит хороших специалистов по вакцинному профилю. Источник: ria-sami.ru